Рекус. Тебя не видно, Макс, вообще не видно. Ну ладно. Сейчас машина поедет, наверное, будет видно. 1 октября 2016 года я и мой друг возвращаемся с тренировки домой. На улице где-то 1-2 градуса тепла. Но реально на улице очень холодно, ребята. Морозит коленки, холодный ветер спирает грудь, дышать тяжело, нос красный, уши холодные, пальцы мерзнут. Едешь на велосипеде, ветер обдувает, как в бане жар, когда машешь веником. Ну вот, Корефан уже пробежал километр. Кстати, я сомневался в его силе, когда он предложил: садись на вел, крути педали, а я побегу, раз тебе холодно. Вообще, мы шли от меня, а до друга, точнее, до его дома. Блин, как тяжело крутить педали, Макс, режим у тебя стрёмный. Когда мы вышли из дома, а были мы на когда были мы на тренировочке сегодня в спортзале Олимпик. Вот. Друг говорит: садись. Садись, говорит, на велосипед, раз тебе тяжело идти. А я побегу. Я, говорит, еще полон сил. Я недолго думал, наверное, минуту. И вот я пересел на велосипед, кореш бежит, на удивление легко бежит, и уже километр, я думал, он сдохнет еще на первых 100 метрах, а оказался крепкий орешек. Вот с какой-то деревенской улицы мы выходим на улицу Красина. Здесь у нас непонятная улица, СТО Чехова, там зло выезжает. Мы двигаемся по проезжей части в сторону улицы Чехова. Это я, автор. Здрасте. Продолжаем двигаться. Так. Ну что, пару наставлений. Пару наставлений. От мастера. Да не. Какие наставления? Все, ладно. Чтобы бери, останусь. Наставления никакие, точнее, мысли в голову не идут. Так, хочется спеть, по сути. Что-нибудь веселое. Ты, видимо, не устал на тренировке, как я, да? Ну ладно, вырежешь. Ты уже научился пользоваться. Ребята на остановке тоже мерзнут. А что, зима? Скоро будет зима. Народ гуляет. Зима, холодно. Это Сибирь, детка. Народа не видно. Вот только мы, я и кореш. По проезжей части улица большая. Садовая. Вернее, Чехова. Такая Садовая. Чехова. Я надеюсь, какая-нибудь девочка увидит это видео и скажет, какой у него прелестный голос. Жаль, я не вижу его лица, но его голос вызывает мурашки на моем теле. Я хочу его увидеть. Напишет репост, какой-нибудь там лайкнет это видео. Спросит, как связаться с комментатором. Я помогу. С комментатором Нагано. Слушай, ну вот и живот прошел. Приятные чувства. Скоро будем дома. Пить чай, есть варенье. Закусывать картошечкой. Или не закусывать. Или не закусывать. А вон. Обалдеть, ты добежал. Ну как добежал? Еще немного осталось. Как самочуха? Да, я еще
Я удивлен, конечно. Удивлен, Макс. Прям могу прям на тебя бежать. Прям реально удивлен. Прям я могу добежать. Да ладно. Прям реально. Не врешь? Нет. Корешу Вадиму привет. Кстати, да, минутка передавания приветов. Так как я не знаю, что нужно говорить, буду передавать приветы всем. Всем подписчикам, которых я осведомил о том, что у моего кореша есть свой канал. В общем, привет Вадиму, хоть мы и не знакомы. Привет, Квадрат Т. Серега Гоблин, тебе особый респект. Ты сейчас смену закрываешь, тыры-пыры, жмешь кнопки. Мечтаешь о том, что придешь домой, обнимешь Дашу. Влас, хоть ты не увидишь этот ролик никогда, тебе привет. Привет всем. Так, сколько у тебя там было? 106 подписчиков. Отнимем меня, Власа, Квадрата. Короче, всем 100 подписчикам привет, респект и уважуха. Смотрите этот канал. Я уверен, на нем еще не раз появятся интересные видео. Необычные съемочки, интересные люди, крутые движухи. Пусть запись ведется на какую-то мыльницу говеную, но тем не менее, энтузиазма полные штаны, рвение не меньше. А вот и улица. Говорить я не буду, она какая, но мы на месте. Вместо титров появятся лица участников. Yeah. Yeah. Yo. Конец. Всем спасибо.